Посмотрите, что тут творится. Бородач лупанул по прямой. Чероки уверенно. Так, Макс потихоньку в экономном режиме. Пока. Так, что-то тут становится сложнее. Мы поедем за Нивой и УАЗом сзади. Вот Нива, стоковая Нива и не совсем стоковый УАЗ. О, как бочком красиво, смотрите. Мне-то тут полегче. Они вас сзади. Пошла Нива. Ну, скажем, я думал, будет по суше. В принципе, есть водичка немножко. Есть интересные места. Ну так УАЗу непросто. Нива держится. А вот уже сложнее становится. Нет у меня впереди бампера, я бы его подтолкнул бы просто в запасочку аккуратненько, он бы проехал. Не, раскатает, раскатает. Сейчас я ему подскажу. Чуть-чуть больше газу, чуть ходом, чуть-чуть. Не-не-не, едь как ехал, просто чуть-чуть динамичней. И все, немножко. Это наш подписчик приехал. Ребята сказали, приехал на оффроуд. Давайте на Ниву попробуем посмотреть хотя бы в таком ракурсе. Давайте расскажу свое мнение. Многие люди к Ниве относятся очень скептически. Я сам так относился, но где-то уже несколько лет назад мнение мое радикально поменялось. Я думаю, вы понимаете почему, потому что есть такие Нивы. Да, они в тюнинге, но они с родным мотором, пусть и напиленным. Но даже в стоке, ребята, я вам скажу, Нива, которая просто все исправно, с более-менее нормальными шинами,
может показывать серьезные. Так, ну у вас, видишь, тоже. Руль ровнее, вправо чуть-чуть руль. Да, еще вправо немного, вправо, то лево, да. Ровно колеса постави, ходу, газу просто. Не крути, ровно руль надо. Все. Просто у вас на самом деле может очень много тоже, особенно на военных мостах. Ну, Нива, видите, просто едет. При том, что колесики какие-то там достаточно простые. Опять же, преимущество Нивы — все-таки комфорт, динамика, скоростные показатели. Не сравнить с УАЗом, даже с хорошо сделанным. Так, догнали мы. А ребята ждали, видно. Ну, теперь почти весь мировой автопром перед нами сразу в кадре. Покрышка разложилась. Танки раздавили. Discovery, УАЗ, Нива и 70-ка. Хороший набор. В принципе, все недалеко от стокового состояния такого, ну, без глобального какого-то тюнинга. У Макса просто колеса, уже не колес, наоборот, нету. Там лифтовочка есть, может, небольшая. Макс пытается проехать танковую, не испачкал Discovery. Но у него просто нет расширителя и забрасывает так, что, говорит, а потом отмыть. Говорит, мою, говорит, несколько раз, и все равно грязь где-то на машине. Парша там дубасит где-то впереди. Макс в натяжку за счет колес. Я в натяжку тоже за счет колес. Я вам скажу, из практики у вас на БТРовских, даже когда там не было гибридных мостов, просто военные стояли мосты, за счет этих колес просто уровень проходимости на голову выше, несмотря на то, что нет блокировок. Так, что там у Веталя с Нивой? Присел. Что ты, застрял? А что-то немного есть. Может, вперед? А? А, назад. Не успел я даже с машины вылезти, как Макс его выдернул. Так, они рядом. Хоть как-то чуть-чуть разместим. Ну, я думаю, осень, может, какие-то дожди начнутся. И мы повторим сюда заезд. Будет повеселее. Пока суховато. Ну и то прошел неплохой дождь, не очень сильный. Местами был сильный по Киеву, но в Дарнице тут был слабоватый. Опять это место, где есть подъезд грузовой машины и высыпают мусор. Так, не, ну Ниву тут придется подождать мне, друзья. Тут немножко ей будет сложно. Сейчас я поеду к ней навстречу назад. Да и Максу будет непросто, надо будет их подтягивать, наверное.
краем надо пробовать. Под краем, наверное, под другим бы я. Можно и под этим пробовать. Проскочил. Тормоза не сработали. Так, теперь Макс. Макс пробует натяжку, Нива ходом. Вообще прекрасное место. Никто не застрял, все проехали. Выглядит страшно, но машина идет не сложно. Достаточно легко. Смотрите, как Макс аккуратно показывает, как надо ехать. В хорошем состоянии дорога, прекрасно просто все, великолепно, я вам скажу. Не зря мы правильно выбрались, и правильный маршрут выбрали, хорошо тут. Нива меняет траекторию. Потому что там мусор по краю с той стороны. Да, не, ну Нива серьезный аппарат. Вот вам подтверждение всех моих слов, сказанных ранее. Вы сами видите все, смотрите. Там очень непросто, можете мне поверить. Да, одним колесом он цепляет край, но тем не менее. Тем не менее он идет. Красиво, блин. Не, ну машина уникальная. Кто бы что ни говорил. Сейчас мы сможем сравнить Discovery на этом же маршруте. Discovery заходит. И зум с Discovery будет. Ой, у вас. Макс чуть. Машина подготовленнее, но тяжелее. По блокировкам и там, наверное, их нету. Тут уже я не рулюсь. А нет, выверну. Достаточно сложно посередине. Я просто могу оценить это потому, как едет УАЗ мой.
Так. Ну, там место очень известное, очень сложное. Мак за счет колес. Вы видите, он пробивает это все. Ну, 70-ка, думаю, не проедет. Сейчас мы проверим. Может, по пробитому повезет, не знаю. Еще Женя взял левее. Думаю, что нет все-таки. Будем надеяться. Да, судя по всему, сел. А Нива правее пошла. Не, 70-ка не села, сдала назад. И у нее это получилось. И пытается ходом, красавчик. Опыт уже приличный. Пытается пробить, но не хватает немножко. Не хватает чуть-чуть. Попробует УАЗ слева. Вон Жека пробует влево уйти. Ага, УАЗу вырулить не удается. Надо. Видите, сесть не сел. Колеса не спустили. Удается перепрыгнуть. Нива сразу по правильной траектории. Да. Так, ну давайте я их буду справа вам показывать. Видите, что происходит? Прошел в миллиметрах от моего колеса, сдавая назад. Не может зацепиться ходом. Нива такая настырная машина. Да, смотрите, проскочили такие они влево. Toyota тоже левей. И прошли. Думаю, ребятам интересно. И вам тоже. Подписывайтесь, делитесь. Колокольчик включайте. У кого не включен, вы не видите свежие видео. Каждый день есть свежий контент. Опять мусор. Ну, я просто еду. Проще, чем не скучно, но для стандартных и подготовленных внедорожников достаточно неплохо здесь. Есть где потренироваться. А, ну типа дорогу ищешь? Что там, Влад?
Так, это бревно мы тут ломали когда-то в начале года. Сломали его и проехали. И до сих пор все хорошо. Так, что-то Макс остановил. Что там? А? А, вон АТФ-ка. Рации нету? Сейчас я им скажу. Так, тут Рубилова Жека боролся, но он еще не знает, что надо вернуться. Я Паше позвонил. Сейчас все приедут. Сейчас починим. Тут все недалеко. Паша вернулся. Вон, видите, АТФ-ка под машиной полностью. Сейчас Макс Витя звонит. Так, ну подтянемся сейчас к более ровной дороге, чтобы Крис мог нам привезти запчасти. Сейчас починим все.